Всем доброе утро. Я хочу показать вам примерный завтрак. Я сварила кашу, 6 злаков, и в нее сейчас добавлю вот такое масло топленое, органическое топленое масло, которое я заказывала на сайте iHerb. У него потрясающий сливочный аромат. Я добавляю его в каши, там в какие-нибудь варенички, если творю, очень потрясающий у него аромат. Советую заказать всем любителям масла, потому что банка большая, стеклянная. Теперь самое интересное, я добавляю сверху разные семечки и орешки. Эту пачку я еще не открывала, у меня был до этого другой кунжут. Так, кунжут сырой, не жареный, не соленый, без добавок, органический. Я его часто употребляю, люблю, уважаю. Кунжут. В Японии очень любят кунжут, везде добавляют. Я добавляю кунжут, тыквенные семечки. Они тоже не сладкие, не соленые, органические. Семечко конопли. Кстати, я впервые заказала и безумно рада, то, что заказала и попробовала, так как очень-очень вкусные эти семена. Они очищенные, не жареные, не соленые. В них содержится омега-3, омега-6 и протеин. Это очень клевые семена. Это моя находка. Я обожаю эти какао-чипсы или не знаю, как даже назвать. Крошка от какао-бобов. Она не сладкая, не соленая, но она с потрясающим ароматом какао. И они безумно хрустящие, как орешки. Немножко привкус, конечно, горького шоколада, но я думаю, что они подойдут идеально для любителей горького шоколада, кто любит, они очень полезные, это прекрасный антиоксидант, это 100% какао, нектар агавы, либо вот можжевеловый пикмес, просто поливаю сверху, придает, знаете, такой сладковатый вкус. Пикмес делает мое блюдо сладким, ну не сильно сладким, в меру, то сладость полезная. Ну, как будто, знаете, шоколад. Всем привет, привет. Я сегодня буду вырвать свой один зубик. Ты не русский, что ли? Скажи всем привет, я сегодня буду свой зуб рвать первый. Всем привет, привет, мы сегодня все, я сегодня буду свой первый зубик вырывать. У Сары шатается зуб, покажи. Тын-тын-тын, уже держится на соплях. И Сару он раздражает. Это наш первый зуб, который выпадает. Покажи вообще свои зубы, у Сары все зубы идеально белые. Покажи хорошо свои зубы. Ни одной дырочки. И так жалко, что он выпадает. Такой хороший молочный зубик, красивый. А ты почему хочешь, чтобы он поскорее выпал? Чтобы фея влезла мне в подарок. Привет, я приехала сегодня к косметологу, к своему Екатерине. Помните, я снимала с ней видео о том, как мы делали лазерную эпиляцию? Так вот, лазерную эпиляцию я больше делать не буду. Да, это классная процедура, долго не растут волосы, но в связи с тем, что я улетела в Таиланд, запустила, потом сделала депиляцию обычную, и у меня все началось заново. Поэтому я перестала ее делать, очень жаль. Наверное, эта процедура, конечно, для тех, кто никуда не собирается уезжать в ближайшие полгода и может позволить себе каждый месяц сходить на эту процедуру. Ну, в общем, я уехала, и все прекратилось. Но, тем не менее, я все равно хочу ходить к Кате, она мне очень нравится. И сегодня я хочу поделать у нее косметологические процедуры, маски для лица с массажиком, то есть без каких-либо инъекций, просто поддерживающая процедура. Что касается инъекций, я хотела с вами поговорить. Поездка в Таиланд полностью изменила мое мнение и представление о косметологии. Я поменяла кардинально свое мнение насчет инъекций, особенно ботокса. Считаю, что ботокс все-таки не нужно делать. Себя я приняла недавно такое решение, что я не хочу его делать, мне не нужно его делать. Да, у меня есть мимические морщины на лице, когда я хмурюсь, например, вот брови, но заломов никаких у меня нет, потому что я делаю массаж лица. Я делала массаж лица. Я очень хотела с вами поговорить на тему массажа лица. И считаю, что это прекрасная альтернатива ботоксу и многим косметологическим процедурам.
Делала я массаж лица до Таиланда. И потом, приехав в Таиланд, я там продолжила. Я делала и там массаж лица. И все-таки я хочу собрать побольше информации и снять для вас уже отдельное видео о массаже лица. Я знаю, что я год назад говорила совершенно другие вещи, но у меня не было той информации, которой я владею сейчас. Это что, крем? Да, это завершающий крем с алоэ. Запах чувствуешь, какой приятный, очень легкий. Всем привет, привет! Мы с Вовой решили сегодня поехать на ужин в ресторан. Званый с друзьями. У нас сегодня там будет встреча. Мы едем на Uber, и я оставлю сейчас код. Промокод на бесплатную поездку для жителей Алматы. В общем, мы приехали к нашим друзьям в ресторан, пивной ресторан Бирмингем. Я могу адрес оставить, потому что здесь обалденные стейки, просто нереальные. Вот Катя уже съела свой стейк. Кстати, вот Катя. Мы встретились наконец-таки, так что не ругайте нас, что мы не встречаемся, и что мы встречаемся только ради пиара и ради выгоды. Это неправда. Мы встречаемся... И стопудово, это еще больше будет про это говорить. Ну, пусть говорят. Пусть говорят. Вот, а Саша ест из говядины стейк. Зацени. Тоже очень мягкий, из конины. Да, Альфинур съела, из филе конины. Здесь варят пиво. Сами варят пиво. Ну, вон там, через окошко. Здесь пивоварня, да. Вот классно, она спрятать. Фатима, да. Она арабка. Она делает табак сама. Смешивает? Нет, не смешивает. Она изначально вот с самого нуля сама делает табак. Да? Ну да, сейчас возьмем. Обалдеть. Всем доброе утро. Сегодня 14 февраля. У нас сегодня типа годовщины. Нам 6 лет, как мы вместе. У нас 6 лет подряд 14 февраля вместе. Вот. И мы сегодня без цветов. Нас сегодня пригласили друзья покататься на лыжах. Подснежника сейчас. Мы сидели вот в ресторане. Я, кстати, снимала про это влог. И договорились о том, что во вторник идем кататься на лыжах в Акбулак. Той же толпой, тем же. Я, скорее всего, не буду кататься, потому что у меня, во-первых, нет костюма специального. Во-вторых, я ужасно боюсь кататься. Сара тоже уже в сборе, готова. Мы приехали на Акбулак. Поднимаемся сейчас на таких дорожках. Катя дала мне очки, потому что я забыла дома. Забыла, что, оказывается, слепит сильно снег. И мы в полном составе. Здесь Вова, Катя, Саша, Клим и Сара здесь у нас в начале. Поднимаемся на таких специальных дорожках. Вот, вверх. Но я кататься не буду. В общем, мы решили, что я буду учить Сару кататься, хотя я не умею кататься. Мы учимся тормозить. Давай ножки домиком. И вот чуть-чуть их как-то надо вот так скрестить. Вот так ноги. Это так тормозить, да. Аккуратно. Мы пока на самом спокойном и маленьком склоне. Тебе нравится, Сара? Угу. Нравится, но я тут уже, знаете, вспотела вся. Оказывается, сложно учить. Я думала, замерзну, ничего подобного, я не замерзну. Я кататься не буду сегодня, буду Сару держать. У меня сегодня фитнес. Катя уже пару раз ехала, да? Один раз, и что, нормально? Да, классно. Молодцы. Ты что, ничего не ешь? Я тебе мясо кусочек оставила. У меня есть там яблоко. Все окей. Рита, Максим, дядя, он тебе на руках. Сара с нами поедет. А я буду с палкой стоять там, принимать. Дядя Саша развлекает деток. Пока наши катаются все. И себя развлекает. Да, и себя. Нам еще ждать минут 30, пока закроется канатка, чтобы все вернулись обратно. Опа! Телепорт. Да. Пятница плавно перетекла во вторник. И мы снова приехали к нашим друзьям.
в ресторан Бирмингем. Здесь очень-очень-очень вкусно, ребята. Кому интересно, я оставлю адрес под видео, потому что здесь нереально вкусно. Вот я заказала морской суп. Здесь много морепродуктов, мы уже половину съели. Подача красивая, вот с хлебушком. Вон Катя тоже заказала. Какой ты заказала супчик? Домашний лапша. Домашний, тоже классно, да. Вкусно, много, большие порции. У меня красота, смотрите. Все, Саша стейк большой заказал опять. Ну, он, наверное, вспоминал дома каждый день после пятницы стейк. Как только услышал, что мы сюда опять поедем. Все туда, решил снова ехать. Мне здесь на самом деле очень вкусно. Молодцы ребята. Я такая раскрасневшаяся, не обращайте внимания. После баньки только что. Обожаю ходить в баню. Я не знаю, мне кажется, после бани у меня прилив сил. Мне кажется, в баню нужно обязательно ходить, если у вас нет проблем никаких для очищения, омоложения, оздоровления, восстановления. Мне вот очень хорошо становится после бань. У меня для вас есть новости. Завтра я лечу в Москву. У нас там снова будет сходка блогеров. Увижу снова своих подружек любимых. Буду снимать влог, потому что там будет мероприятие такое веселое. И нас ради этого снова позвали в Москву. Вчера мы покатались на лыжах. Я не каталась, потому что я с детства боюсь кататься. Я сломала руку в детском саду, когда на лыжах каталась. Врезалась в стенку прям. И сломала руку, когда была маленькая. С тех пор у меня фобия. Я боюсь. Ну вот, такие новости. Поэтому увидимся теперь в Москве. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.